На набережной города Гагра сконструировано колесо обозрения. В скором времени оно будет введено в эксплуатацию. Уже совсем скоро жители и гости Гагры смогут насладиться катанием на новом колесе обозрения в парке Аяйра. Все работы по проектированию, разработке и установке колеса проводятся крупнейшей российской компанией по производству колес обозрения «Феррис Вил». По словам директора компании Владислава Ишкова, колесо было изготовлено в Москве с применением самых современных технологий. Для изготовления были использованы европейские и российские комплектующие. Например, были привезены электронные компоненты из Германии, а для самой конструкции использовали высокопрочный металл из России. Все комплектующие имеют сертификаты соответствия нормам и ГОСТам. На данном колесе есть 4 кабины, которые отличаются от других. Синяя кабина у нас представлена со стеклянным прозрачным полом, который выдерживает высокие нагрузки. И 2 кабины красного цвета. Одна кабина красного цвета у нас полностью тонированная для более комфортного пребывания на колесе, и устроены кожаные мягкие диваны. 24 июня колесо было запущено в тестовом режиме для проведения испытаний. На данный момент на колесе обозрения проходят испытания динамические и также статические. То есть сейчас проверяем с полной загрузкой колеса, то есть каждую кабину загружаем по 450 килограмм мешков, наполненные с песком. Также проверяем тормозную систему, подсветку, заземление колеса и другие лабораторные испытания. После получения сертификата безопасности и присвоения индивидуального номера, руководитель испытательной лаборатории пожелал жителям и гостям Абхазии насладиться изумительными видами с нового колеса обозрения. Я руководитель испытательной лаборатории ООО «Межрегиональный сертификационный центр». Мы производим здесь испытания данного колеса обозрения на соответствие требованиям 038 регламента, который распространяется на страны ЕС. Ну, соответственно, после получения всей разрешительной документации я желаю всем жителям и гостям Абхазии комфортного катания на данном колесе, ну и любоваться изумительными видами, которые открываются с этого колеса.